Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за Норвегию на Пангее. Какие цивилизации у моих соперников будем выяснять в процессе партии. Если же вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые жевжики-патрицы, спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсорами канала, будете получать эксклюзивный контент, а весь остальной контент раньше других. Так, ну мне надо вообще сейчас поменять карточку на строительство. О, слава богу, ты свалил оттуда. О, есть рыбы. Да, даже две рыбы мы сможем обрабатывать. Зашибись. Вот так могу, ради дружбы. Так, давайте отсоединю. Пойду сюда скаутом. Я вот максимум сюда. Влази, вот смотри, влази. Ускорили раннюю империю, открыли мастерство. Тут, значит, ставим на юниты. Тут ставим чисто на производство. Тут бы надо все-таки прачников понаделать. Так, дальше в раннюю империю поеду. Или в труд... Подожди, что мне из этого? Чудеса. А, ну да, ранняя империя, там же дешевле. Есть вообще на карте? Пока не да. Стоим, ждем. Есть ГГшки. Так, а дракары вообще насколько сильнее галер? Дед, ты же видишь метку? Да. Ну, ничего так. Ничего, хорошая метка. На 5. Я просто спрашиваю, мало ли вдруг, ну, ты там против? Кстати, мне много дали за то, что ты вообще первый. Ты не просто... первый в мире нации мореплавателей. То есть понятно, что... Быстрее меня могли бы только, если только Финикия скорее. Ну, вот сверху, по-моему, да. Больше таких морских. Опять вот крокотау. Выше у меня просто, ну, физически нет. Не влезает. Жаль, что не крокотау. Там уже от столицы третья клетка. Ну чё, Кокнер, ну, как вот думаешь, уберём вараться? Так, ну, я бы... Да, отлично. А ты где это? Это ужас какой-то. Вот сразу да, вот эту клетку вратарь. Бы... Я понимаю, дорого, но извините, клеточка-то зашибись. Да, что, нападаем? Наверное, вот сейчас. Ну, если ты переживешь, то давай да, сначала я, потом ты. Давай, я переживу, да. Вот жалко, что давай, с этой да. Стороны никого нету на побережье, никто не, города не ставит. Хулиганы пришли, так. Давайте, наверное, встану вот сюда, потому что тут он только одним юнитом сможет проатаковать пока. И там пока я... Ну, я отобьюсь. Хочется верить. А, тут уже лучники. Так, ну вот эту всю территорию, видите, я уже открыл, да? Армия нужна. Тут у меня будут проблемы с варварами. Пока нету армии. Так, что там с религиями? Еще никто не основал, а на пророка... раз, два... Раз, два. Так что, по идее, я должно хватить меня на религию. А религии будет 4, что ли? Или 5? Не помню, на восьмерых? Сколько должно быть... А он даже не разграбил лошадей. Молчу. Ладно. Да-да-да. Везучий блин, ты, конечно. Тут вообще жопа, честно говоря. Ну тут, скорее всего, скаута этого убьют. Если я останусь. Потому что лучник обстрелят этими двумя. А если я уйду, то, скорее всего, прачника убьют. Вообще надо стоять. К сожалению, минус скаут, судя по всему. Че, реально никого не будет? Нет, давайте я тут не буду подставляться. Кто хочет, тот... Я уже в золотом веке. Не помню, правда, за счет чего я сейчас получил последнее очко. А, мы рядом с Крокотау город поставили, да-да-да. Там 3 очка даже.
Тут производства пока нету. Видите, он только одну клетку с производством улучшил. Не, слушайте. Да блин, ну почему прачника-то? Там связку. Фак! Смотри, ну, чтобы не убил. Почему он прачника-то именно атаковал? Это мне? Нет, Когнер. А, у меня еще и плюс 5 не стоит. Так, ладно, давайте мы пока будем копить там юниты очень, тогда, потому что, ну... Так, я не трогать не буду, я помню. Да, не трогать. У нас тут жопа иначе. Надо куда-то возвращаться. О! Голландия. Привет. Здорово. Дань, не хочешь заплатить? Ну... Я лучше так спрошу, скажу, заплати мне, Дань. Это смущает немножко. Сколько? Все, что у тебя есть сейчас. Там что, почил? Подогрузил? Видимо, да. Иначе я не знаю, почему такие деньги просить. А, это все, что у тебя есть? Знаешь, что-то мало. Сидел на поселенец. Что-то мало. Леша чисто гопник. Здравствуйте. Ты под будущее. Да. Скажи, что я тебе дам. Ноги с вами встретятся. Ну, прачника я зря просрал. Ну, я должен еще, видимо, потерять скау. А, нет, слушайте, нормально пока. Забирать тебе, если что, ничего. Так. Это пошел священное место грабить. Привет, Конгор. Конгор. Прошу простить. Когнор, это как некий страшный. Так, да? Надо один ход. Нет, один ход быстро. Надо достроить. Там, короче, бедолага на разбитке в сторону твоей столицы двигается. Я пытался его отловить, но что-то у меня не получилось. Это японец тебе. Да я вижу, вижу. Я там зажать что-то пытался, но не получилось. Так, вот тут надо что-то решать. Либо убьют прачника. Надо все-таки 5 скаута подставляю. Так, тут гавань давайте. Не бойся, я тебе город захватывать не буду, пограблю просто. Ужас. У него повышение просто было. Там что-то стоят. Опять прачника убили? Да почему у них на прачника-то этот фокус, я не понимаю. Ну это так обидно. Привет. Просто. Привет. И он сейчас еще на ферме полечится, все прикиньте. Здравствуй. Почти. Факт. Вот это мне очень с варварами не повезло. Пошли еще этим скаутом сюда. Я не знаю, так они... Вот Война. Лук, я больше как даже сказать? Вот не вот это, а именно то, что лук, и он очень издалека. Это больно. Это тебя, Леша, выносит? Да вроде так. Я никого позже. Не выношу. Ну, пограбить решил. Меня. Не повезло тебе. Первая фашка и... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!
Так, ну ты мне дань все равно заплатишь, когда мы мир заключим. Просто, просто готовься к этому. Угу. Смирись. Тут иначе никак. Так, ну мне надо прачника вывезти. Блин. Ох, фак, конечно. Ну, стой, ну тут минус все-таки ты скаут. Тут приехал. Так, давайте откроем. Варвары тут тоже приехали. Нет, ты меня считай варваром тоже. Ну, одно и то же, по сути. Так, ну что и кого мне взять? Скоро, надеюсь, нет желания лагерь этот захватить. У меня из-под носа. Я, по крайней мере, разницы не чувствую. Надо на поселенцев все-таки поставить, наверное. И плюс 5. Против варваров. Че он там кругосветку совершит? Че, минус скаут. Да. Вы прикалываетесь, блин. И он сейчас вылечится опять, вы представляете? Просто, это просто мрак. Так, в Нидоросе что мне строить? Торговцы, естественно, нафиг надо. Священное место, ну, давайте отремонтирую. Пока, хотя у меня стоит на поселенцев. Ну как мне тут поселенцев строить? Вообще. Да, блин, ну что это такое? Ну ёба... Просто, блин. Ну это мрак. И тут я еще никак не могу ничего разграбить голландцу. Ё-моё, я просто офигею. Блин. Привет. Здравствуй. Ну, апаться надо сейчас в лучников, хоть двумя лучниками от этого буду отбиваться. Сейчас вылечится, тварь. Может, вы еще и завтра соберетесь, раз уж так все. А, фу, хоть идет. Не вылечился, ладно. Поиграть хочется. Так. А вот за счет чего я тут сейчас получил урон? А, он лучником меня там обстреливает. Так, ну тут надо... Так. Присмоки. Апать именно этого, чтобы он лучше урон держал. А этим опять атаковать лучника. Потом апать. Ох, что ж брать? Монументальность, вольнодумство или... Нет, тут два варианта. Либо монументальность, либо вольнодумство. Ну, у меня веры мало. А, давайте вольнодумство. Гавани ж я строю везде. Да, блин. Двенадцать науки, 45 денег. Кайф. Так, ну давайте, наверное, тогда сразу этого еще апнем. Сейчас этот увидит город, пойдет сообщит этому лагерю. Ну это трындец какой-то. Тут все разграблено просто, все. Сейчас еще пойдет священное место грабить, да? Нет, они решили отступить. Вы посмотрите на этих пупсиков. Вау, всех уже встретил. Приветствую. А насколько один люкс распространяется? Вообще, кстати, Фонарио, мне кажется, ты должен даже быть мне благодарен. Я тут тебе все зачищу. Да, я знаю, ты мне тут зачистил уже.
Так что ты не просто дань платишь, ты за этот... За защиту заплатишь. Рэкет. Не-не-не, всего лишь пришли дружелюбные северные партнеры и предложили сделку, от которой я не смог отказаться. Я восточный. Так. Ну или так. Это мелочь. Ладно, постою пока. Блин, может судостроение прямой новое? Я тогда смогу по океану плавать на эти самом деле. Направления. Плюс колосс так, можно попробовать. Условности. Построить. Да, вот, конечно, жопа. Блин, а чё я губера не сажаю? Я просто не решил, кого. Может, пингалу сюда посадить, чтобы тут как раз бонус... Берген... Давайте в Берген пингалу, как ни странно. Потому что пингала дает... Сколько? 15%? 15% к науке, видите? А тут, извините, на науке зашибись. Какие у нас вообще тут клетки обрабатываются, да. Все правильно, с производством проблема. Тут бы купить рабочего... Фу, добрался до Осло. Можно передохнуть. Этими стою, лечусь. Пускай так. И этим посты. Пускай обстреливает скаут. Вообще не возражаю. Так, судостроение 4 хода, так что пока до этого момента мы должны тут плавать. Так, сейчас будем отбиваться. Слушайте, а может, вот здесь я не хочу ГГшку, потому что у меня где-то город должен быть, а вот здесь-то, может, пускай стоит? Пускай здесь остается ГГ, мне кажется, нормально. Может, что какая-нибудь хорошая будет. Так. Давайте вообще, наверное, строителя, торговца... Страшно пока ставить. Тут стоит карточка на варваров стоит карточка. Это слишком много гор. Пошли-ка в политическую философию. Воевать будет сложно, да. Так, здесь гавань уже построена тоже, да? Маяк. Блин, ну я хочу... Воина все-таки, пускай будет здесь именно, потому что одни лучники этого мало. Или рабочего, давайте рабочего. Я все-таки, наверное, смогу отбиться лучниками. Пока все как-то грустненько. А вот это все починить точно надо, потому что, ну иначе проблемы будут. Так, два хода до возможности плавать по океану. А вот тут будет прикол, если нету проплыва. А его, скорее всего, нет. Но это прикол. Ну, у меня будут с этой стороны города, точнее, они даже уже есть, но... Но прикол. Блин, да я стрелял! Ну, я офигею от управления в этой сраной игре, блин! Ну что, вот сейчас я потеряю лучника? Долбаный. Ну вот, поэтому надо, например, вот так делать, нажимать вот здесь на эту кнопку и стрелять. Ну, я уже думал, сработает. Это, по-моему, второй раз, да? Да, второй раз уже. Так, где мои 10 монет? Да давай попозже, но я верну. Ой, да. Чё, тут голландец уже? А, неизвестный игрок? Да, что ты хотел спросить? Я вот насчет города.
я метку ставлю, ты не против? Прикол. Но мне маскат, кстати, надо будет союзить. Я для тебя. Мы уже обговаривали, но я еще раз тащу. Блин. Плюс... один удовольствие в городах с центром коммерции, ну, не в моем случае, да? Ну, Кардив мне точно будет нужен. Не против, что близко тебе будет? Ну, это трындец. Ну, вроде не должны убить. Ну, посмотрим. Вполне могут даже не двумя лучниками, а этим выстрелить и дуболомом добить. Ну, это просто прикол, честно говоря. Сделка. Не успел. Ну, ок. Не, просто двумя лучниками, окей. Это еще... Не потеря. Не, ну варвары там трындец. Давайте подставим опять скаута. Ремонтируем. И я могу плавать по океану. Я вот эти заберу, у тебя там повыше есть. Да, качать ли пингалу на исследователя? Или лучше взять... нового. Может, Магнуса взять и прокачать на... чтобы я не терял в Нидоросе. Да, давайте, наверное, так сделаю. 5 ходов. Пока не... Блин, стоит на поселенцев. Надо что-то другое сделать. Пока он 5 ходов едет, я 4 хода политическую философию открою и тогда на поселенцев поставлю. Давайте, наверное, просто на производство. Я хочу в районах построить, а именно маяк. Там продолжение все еще было в силе, ну да ладно. Принял. Приятно иметь с тобой дело. Торговля же. Партнеры. Надо как-то все-таки, наверное, спасти скаута. Не должны убить этого лучника, опять же. Ага, не догонишь. Ну что, я тут на внутреннем море, получается, этими двумя дракарами. Тусую. 17 науки, из которых тут 4 и тут 2, 6 науки. Ну, эта гавань еще 3 должна дать. Мне бы, конечно, морскую эту открыть, но она далеко, морская традиция. Я ее не открою до конца эпохи. Что у нас с религиями? Ага, 5 религий, может быть. Ну вот. Вот те трое, кто взяли религию, вот у них и накап. Так что я должен, по идее, взять тоже. Ну, религия никогда не помешает. Тем более у меня уникальное здание, которое там к производству неплохо дает. Фу, они город атакуют. Это вообще зашибись. Я наконец сейчас разберусь. Так, нафиг. С таким управлением. Так. Так. Приветствую. Привет. Что, пойдемте мы, наверное, этой тогда вот эту пшеничку обработаем и потом вот эту рыбку. У нас все-таки плюс к производству это все дает.
Я очень сомневаюсь, что тут что-то может быть в этом океане. В Южном океане. Опять Южный океан на севере. Стоим, лечимся. В воде отмокают. Не знаю, открывать уже железо, я вот думаю. Ладно, давайте письменность сначала. Как-то вот так сделаем. Пингала прибыл. И дает 0,8 всего. Немного, прямо скажем. Так, а сколько стоит... Давайте я тут строителя куплю. Это 100% надо сначала рыбу обработать, чтобы производство появилось. Потом чай, чтобы плюс к счастью. Я знаю, что тут уже предел по жилью, но у меня стоит на еду, потому что от еды вот именно... Наука. Это у нас динамически сейчас стоит. Да. Модик на таймер, нет? Модик не модик, но как-то мало его совсем этого времени. Ну, мало городов поставили. Что, веду себя на таймер или оставляю пока-то? Слушайте, а у меня только дракары могут грабить или вообще все? Все морские юниты ближнего боя, все рейды. То есть мне надо будет еще с этой стороны пару дракаров на будущие каравеллы. Ну, тут в любом случае надо будет сделать. Крейзи, ты это поселком куда идешь? Вот прямо здесь и все. А, ну хорошо. А, слушайте, я ж никак не прокачаю пока... Столицу от тебя просто безопасно. Не прокачаю Магнуса, чтобы не терять... жителей. А какую мы сейчас возьмем? Античную республику или, наверное, все-таки античную республику. Да, надо античную республику тут на флотовоз. Флотоводцев я должен, конечно, набивать сейчас. Создает морской юнит ближнего боя. С двумя очками перемещения. Зашибись. Ганон мореход вот здесь делаю и пошел убивать всех. Так, я, кстати, не трачу ходы на высадку, да? Так, как мне тут лучше... Если я сюда, например, встану. Нету юнитов? Нету. Тогда я вот сюда высаживаюсь. Убиваем этого вот так. А тут уровень. Отлично. Теперь принимаем античную... Плюс 5 Когнор, против да, варваров. 50 я к поселенцам. А ты успеешь? Ну и плюс 2 влияния. Ну, я хз, вообще воду открываю. Если не успею, тогда твою. Строим. Ну или либо, если ты возьмешь верование. Поселенца. Тогда я тоже могу твою принять. Сколько тут стоит клеточку выкупить? Не, 60. Тогда нету нет, смысла. Ты же уже основал ее. Или железо обработать. Сойти. Кстати, железо очень хорошо встало. Нет, я говорю, миссинер, у меня уже есть. 40. 4 хода сад. Да, короче, я в любом случае нет, сейчас пока вот здесь вырублю лес. Факинг. Не, ну тут 36 силы, это мы выстоим. Так эти благодаря дракару такая сила. А не благодаря дуболому. Так, политическую философию я принял. Давайте пока игры и развлечения. Ой, сейчас пойду наказывать этот. Ну, блин, слушайте, ну мне тут нужен какой-то юнит, который бы... Так, войну дали. Короче, мне нужен дуболом здесь. То есть смысл мне сейчас строить поселенца, если я не смогу его сюда сейчас провести. На самом деле. Так что давайте сначала дуболома сделаем. Или вообще всадника, может. Все-таки 36 силы против 20. Ладно, давайте всадника. Ну, плюс очко получу за использование лошадей. Этими пока полечимся. А мы близко. И мне это страшно. Здорово.
Да, вот кто-то уже тоже почувствовал. Ну как, близко, но я все равно боюсь. Ну, на побережье у тебя городов нет. Ну как боюсь? У меня, конечно, есть противовес. Сказав, что про города на побережье, ты очень сильно сократил пул наций, которые могли выпасть. Ну, как раз вырубил. Тем более, остальных встретил, если... Так, дракар викингов, стоим здесь. Стоунхендж, Магнус в Нидоросе. Ну, железо надо обработать, оно сейчас добавится. Ведь не могу пока овец... Или все-таки овец и лошадей пока починить. Это ж не тратится ходы, да. Давайте. Ну, северное сияние красивое. Кто скажет? Что? Алексей, не надо Алексей. Меня искать, успокойся. Он тебя сам, видимо, найдет. Такой нас, как у него, он сам тебя найдет, действительно. Дима, если я вон там город поставлю, ты как к этому относишься? Ага, сюда пока лучше не лезть. Ну, а выбора все равно у меня нету. Дима, предложение. Так, давайте глянем, как там у них с городами. 3 у Нидерландов, 2 у Японии. Что-то слабенько, ребята. Я-то понимаю, почему я хреново расселяюсь. Ни одного города государства не встретил до сих пор, если честно. Серьезно? Ага. Только ну... одни люди. Так, ну я бы Валетту засоюзил. Я вижу одного. Я 3 вижу. На самом все деле. Они мне не нравятся. Сейчас я, вот у меня будет 2 этих, Валету засоюзить и за веру, например, стены купить. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры, слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.